Ну что, ребята, привет вам всем большой. Сегодня мы с вами немножко поиграем на моем втором аккаунте, и как вы уже успели понять, это у нас видосян с вебкой. Играть мы будем той самой колодой, которой я именно не так давно апнул себе легендарную арену, ну и посмотрим, что у нас из этого дела получится. Поэтому, ребята, по-быстрому открываем все наши сундучки, упс, не туда перелеснул, и по бырику все вот это вот дело, как я и сказал ранее, вскрываем. Ну естественно, нифига годного нам отсюда не падает, потому что сундуки бесплатные, простенькие, так что ничего годного мы не ожидали. Погнали, друзья, получается тогда в наш самый-самый первый бой. Сейчас заодно посмотрим, как, кстати, получается хорошо именно или плохо держаться на этой самой арене. Вот этой вот самой колоды, которую мы, в принципе, довольно-таки спокойно, сказать честно, апнули ее. Так что сейчас, как говорится, будет видно. Первый, друзья, противник, это 11 левел. Сейчас, я думаю, на изях его раскатаем. Но чё-то пока... Ух ты, ёлки-палки, молодой человек. Видали, да, ребята? Хоп, сразу же какие-то там заходы, чё-то туда-сюда мутит. Гад такой, массажные пацаны тоже, как бы это... Офигенно, были, называются у нас гоблины, были да сплыли, я все понял вас, ладно, окейушки, бывают в жизни огорчения, нету хлеба, есть печенье, опа, ледяной, чпонька, подморозка и дополнительная тычка от Хога, вот это вот я называю, ребят, офигенно, вот так вот. И нужно, вот это вот прям кошерно. Сейчас, друзья, тогда будем с вами продолжать в том же темпе. Надеюсь, что все получится у нас с вами здорово. И сейчас получается самое главное просто дождаться от него захода. В идеале встретить относительно неплохо. И будет также неплохо. Поэтому давай, что-то меня сейчас... хотел сказать, что-то меня сейчас противник смущает. То, что нифигашеньки не делает. Но вот, сразу же мы от него... Как вы, ребята, видите, видим ход. Странно звучит, знаю, но окей, ничего страшного. Так, друзья, сейчас будет прыжочек. Ой-ой-ой, братишка, бродяга. Тихо. А он бродяга, по жизни молодой. Короче, ловите грома. Быстрее, держись. Тихо. Отлично. Все, пока под контролем. Друзья мои, вот это вот довольно опасно. Сейчас было, если честно, чуть не потеряли мега-рыцаря, который нам сейчас довольно так неплохо может еще и послужить в заходе. Именно ответный. Давай, живи, пожалуйста. Блин, друзья. Нет, не получится буквально немножечко, ладно, ничего страшного, го, тогда я попробую реализовать нашего с вами кабана вместе с гоблинами. Вот единственное, что он сейчас может дать, ух ты, я, если честно, сейчас ожидал, ребята, увидеть от него фаербол, ну типа, Хог с гоблинами, оба, лови, братан, фаербол и как бы отдыхай. Думал, так примерно все это будет выглядеть, но нет, противник-то у нас оказался довольно такой, ну и хитрый товарищ, окейушки, поняли. Поняли, что с противником шутки плохи. Ой, друзья мои, друзья, вот это я понимаю кошерно. А можно сплэшек, пожалуйста, мега-рыцарь, красава. А еще давай, давай, братишка, ну я же знаю, ты могешь. Давай, блин, не прыгнул, друзья мои. Что-то сегодня мега-рыцарь не особо дамажит вышку, так как хотелось бы нам. Но в любом случае, самое главное, что это делает Хог. Вышку мы, ребята, противнику уже забираем. Это офигительно. После этого делаем вот таким вот образом. Тут, естественно, выдаем нашего мега-рыцаря, который сейчас, по идее, на изи расфигачит у него его барбадосов. Тут, для того, чтобы разобрать орду миньонов, мы даем ледяного. После этого зап набрасываем. Ну и, в принципе, ребят, все. Вообще никаких проблем не видно. Вот единственное, что смущает, это то, что он может сейчас накинуть своего шахтера, который будет довольно много неудобств нам доставлять. А так, в принципе, все, в принципе, таки нормально. Офигенный гром, друзья, офигительный. Стоп, а он ведь не успевает? Два? Один? Друзья, ну, я не знаю, как вам, но мне эта тема зашла. Офигенный бой, просто офигенный, 32 трофея, вообще, даже я и не знаю, что еще для счастья нужно. Я доволен, едем дальше, ребята, потный, на самом деле, в каком-то даже месте потный бой получился, но, если так посмотреть, было, ну, довольно нормально. Так, друзья, ну что, я тогда готов, секонд катыч, ух ты, елки-палки, дровосек, сейчас это дело мы остановим, пацаны, вообще не проблема, это все дело стопорнуть. Смотрите, там у нас гром, не, наверное, одного грома не хватит, поэтому я наброшу гоблинов в поддержку, в помощь, во, вот так вот уже получше, ну и сейчас, ребята, этого грома я хотел бы реализовать, но у меня банально нифига нет для того, чтобы его, собственно, взять и реализовать. Это печально, да, согласен, это не особо хорошо, но в любом случае, гром как бы сам по себе, пацан такой опасный, и целых три тычки, ребята, что по его ночной ведьме, что по вышке выдал, это здорово, поэтому нормально пока живется нам с вами. Друзья, давайте тогда сейчас смотрите, каким образом поступим. Я делаю тогда вот таким вот макаром, лучше бы не грома, а гоблинов дал, но что, как говорится, было под рукой, то и выдал. Так, гром, смотрите, какой он урон продолжает набрасывать, а можно молнию, пожалуйста, побыстрее? Ну, пожалуйста, ну, блин, если бы, конечно, ребята, мы побыстрее сами сбросили, то мы бы засейвили грома, то есть его бы не разобрали.
забрали его юнит, и, блин, вы даже, друзья, не представляете, как бы это было мощно. Ну да ладно, и так как бы пойдет. Сейчас, друзья, самое главное, достойно встретить его гиганта. Так, а что он с гиганта может набросить? Ночную. Вот да, единственное, что у него остается, это ночная ведьма, по идее. Поэтому мы, наверное, пока не будем торопиться сбрасывать нашего мега-рыцаря, хотя, в принципе, пофиг. Давайте-ка, наверное, выдадим. На его ночную мы тогда сбросим миньончиков. Также нам сейчас еще нужно... Ага, понял, отбой. Отбой, господа товарищи. Немножко тут поменялись планы у нас сами. Ну да ладно, ничего страшного. Выдаем тогда гоблинов прямо на гиганта, чтобы быстрее его разобрать тогда. Пока все идет, к слову, неплохо. Разбираем. Пацаны, девчонки, слушайте, а можно, чтобы мега-рыцарь забрал? Вот какие-то вопросы? Вот какие вопросы, лол? Разбирает он просто вообще по щелчку пальца. Вышку забрать, да? Какие вопросы? Просто мега-рыцарь так и говорит. Вот что-то хотите? Да пожалуйста, вообще, какие как бы это претензии ко мне? Я выполняю свою работу на все 100%. Вот это вот, ребята, круто. Вот это вот, вы даже не представляете, насколько мне в этом самом мега-рыцаре нравится. Просто, блин, нереально крутой перец. Дико он меня радует в последнее время. И каточки с ним будут просто нереально бомбезно. Товарищи, это прям огонь. Смотрите, прыгнул, хоп, просто добрал. Чё? Как он это делает? Как он такой вообще офигенный появился на свет? Я просто не понимаю. Ладно, друзья. Готовимся тогда, наверное, к магу. Что сейчас будет? И вот оно что. Лови тогда, братишка, молнию. Лол, даже молнии не хватило, ребята. Лады. Окейушки. Я вас понял. Ну, не хватило, так не хватило. Делаем тогда, ребят, вот так вот. Тут миньончиков. Да, ну, капец. Читается пацан вообще, ребята. Вот вы даже не представляете, насколько просто. Все это дело мы дефируем. Тут готовимся. Делаем вот так вот. Небольшой простан. После этого еще один простан с помощью ледяного. Так, а у него случайно нет там никакого фаера, чего-то подобного? Две... Одна, все. Отлично, друзья мои. Ничего у челика не было, поэтому каточ мы с вами прям, ну, офигительно защили. Я не знаю, ребят, как вам, но мне эта тема зашла. Окей, друзья, почти 3900. Если я ничего не путаю, мы сейчас сидим на рекорде. Да, пожалуйста. Слушайте, 3900 апнуть, блин. Это ж почти 4К, пацаны. Это ж почти рекорд. Это ж почти искатель уже, ёлы-палы. Не-не-не-не, ребята. Сейчас самое главное просто-напросто... Не терять хваточ, и будет огонь. Так, офигенный разряд, просто кощерный. Кощерный, Вася. Так, делаем, друзья. Я думаю, нам тут пригодится льдышка. Пригодится бы гораздо больше миньона, но на миньонов мне немножко элика не хватало. Так, ребята, урон от нашего хога заходит по вышке слева. Камон, почти полбашни забрали. Я прям в шоке. Гром, жалко тычку, конечно, ребят, по вышке не дал, но это... Это было бы капец, как и так жирно, поэтому нормально. Живем, как бы, друзья мои. Итак, в принципе, с вами нифигово. Вот это вот, я могу сказать одно, очень здорово выглядит. Мне прям дико заходит. Давайте-ка тогда дадим мега-рыцаря. Смотрите, рыцарь слева и наш рыцарь с той же самой левой стороны. Но у нас там мега-рыцарь. Поэтому про это мы дело с вами, ребят, не забываем. Оба, сейчас, слушайте. Я, несмотря на то, что у нас там мега-рыцарь фигачный, я разброшу молнию, потому что пока наш мега-рыцарь будет лупить его обычного рыцаря, в это самое время, как вы понимаете, колдун будет надамаживать и постоянно доставлять неудобства. Блин, жалко то, что мега-рыцарь так и не допрыгнул. В прыжке прям его завалили. Вот гады, конечно. Ладно, выдаем тогда гоблинов наших. У него ведь нет запа. Ой-ой-ой. Ребята, ну тогда миньонов срочно. Очень жаль, что я не успеваю во всю эту именно бригаду набросить. Так. Ой, хорош. Ой, красиво. Хоп. Давай. А можно хотя бы, ну вот чуть-чуть, на донышке прям. Можно урона? Ну да, ребят, на донышке урона и прошло. Слушайте, мне это что-то не особо нравится, если честно. Как-то прям, ну, челик нас, понимаете, пацаны, дамажит, а мы его в свое время не дамажим, и это не есть гуд. Это прям правда не есть гуд. Смотрите, у нас не так много времени уже остается, поэтому я наброшу, наверное, тут грома. Видим у него там колдуна. Окей, друзья, молнию у меня, если что, наготове. Ну и также, если что, имеется мега-рыцарь на все про все. Ой, господи. Да уж, друзья, что-то я даже не знаю, что сказать-то по всему этому поводу. Давайте тогда дадим... мега-рыцаря вот такенного. Я еще тогда приготовлю здесь, наверное, кабана-кабанчика. Вот так вот, в принципе. Тут можно в идеале сбросить, я думаю, даже молнию вот таким вот образом. Урон проходит, в принципе-то, неплохой, но мне почему-то кажется, то, что можно было и лучше, на самом деле, все это дело организовать. Я прозапал в надежде на то, что... Нет. Хотел сказать, ребят, в надежде на то, что вышку мы не отдадим, но что-то, как говорится, все пошло не так хорошо, как хотелось бы. Да,
в целом вроде неплохо, но, друзья, урона по нам залетает что-то как-то прям неприлично много. Я, конечно, сейчас попробую, друзья, на ничью сыграть, но это будет непросто, скажу вам сразу же. Так, мега-рыцарь, братишка, падай. Хорош, красавчик. 522 хп, я в шоке с этого противника. Гад-гадом, просто урон. Такое чувство по кулдауну наносит. Делаем, ребят, вот таким вот образом с вами. Я тут даю тогда ледяного духа вот таким вот макаром. Кидаю гоблинцев. Но чё-то мне кажется, усё, финиталя. Я не успел буквально немножко запнуть. Ну и, пацаны, это, к сожалению, 2-1. То есть... Все, не смогли. Не смогли мы, к сожалению, в этом выпуске апнуть 3900, но камон, то, что мы уже в этом видосяне поставили новый рекорд, то, что мы поняли, что 3900 апнуть вполне можно, это, я считаю, правда, очень круто. Ну и, друзья, по такому поводу, в принципе, это дело нужно будет обязательно повторить и попробовать еще раз пропушить 3900, а там уже, елки-палки, 4 кэса недалеко, потому что, камон, 3900, 4 косаря, 100 трофеев разницы, 3-4 боя и... Все, ребята, поэтому в любом случае надо стараться, и тогда будет огонь. Но на этом, я думаю, ролик можно подводить к концу, друзья. Надеюсь, то, что он вам понравился, потому что я старался сделать все, что было в моих силах. Он также был с вебкой, как вы заметили, поэтому за такое можно даже и лайкосик накинуть. На этом, ребята, все. Всем всего хорошего. Тащите катки, пусть у вас все будет гуд. Ну и до скорых встреч. Давайте, ребят, покеда вам.